Эй! Эй, эй! Тут есть кто-нибудь? Эй! Кто-нибудь есть? Эй! Кто-нибудь есть? Страшно же мне. А подочка, ты чё кричишь? О! 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 Red Cat! Привет! Привет! Мы где? Как это где? Мы на фабрике игрушек. Попик, забыл? Попа плейтайма. Смотри, тут кубики есть, которые надо собирать. Ничего себе, прикольненько. Я взял кубик. Все, его можно убирать в инвентарь, да. Закрываешь, он в инвентарь. Куда нести? Тут какой-то склад, я не знаю. Я сам тут только зашел. Прыжков нету. Да, прыжков нету, можно пригинаться. Можно ползать, искать что-то. Мы следопыты, ползаем здесь. Ладно, пойдем обыщем. О, пойдем bring посмотрим. Collected boxes here. Вот сюда вот надо их складывать. Что ты там сейчас проговорил? У меня написано, принеси собранные коробки сюда. Вот это да, я вот это и сказал. Ой, подожди, там кто-то бежит. Где? Монстр! Монстр! Он сейчас, он зажрал Нубика! Боже мой! Red Cat, ты куда пошел? Он за мной бежит! Эта тварь за мной бежит! Черт, я в тупике, я убегаю. Так, скажи, хоть куда ты побежал, чтобы я туда не побежал. Я увернулся. Я увернулся. Ребята, вы видели, я спрятался. Можешь вернуться на место, его тут уже нет. Все, я вижу тебя, его тут нет. Да, я побежал вон в какой-то вот лабиринтик. Тут у нас какая-то мусорка. Ничего себе. Я иду в какой-то подвал. Канализацию. Не, нам туда не надо, я думаю. Так, смотри, всего лишь чуть-чуть осталось. Буквально две коробки. У тебя нету коробки? Вот я вижу парнишку с коробкой. Отлично, сейчас победим. 23-25. Слушай, а я это в воде тут плаваю? Канализационной. Да. Подожди, он бежит ко мне. Алярм, помогите. Монстр? Да. Чувак, там ничего нету. Нет! Отстанет меня чудовище! Но сейчас, по-моему, съест. Держись, братан, держись, дружище. Я бы хотел, но что-то не выходит. Давай, беги, челик, у него коробка. Я вас вижу! Я вас вижу! Боже мой! А shift работает, ё-моё! Да, я тоже только догадался сейчас. Я вижу, как он за вами бегает, ребят, я вижу. Так, я в канализацию теперь спустился, где ты был? Там выхода нет. Там я вижу, утонуть? Вот он бегает прям по кругу. Нет, можно плавать спокойно. Не хочу я в канализации плавать. А нет, нету, он бежит за мной. Спасите, помогите. Если я буду плавать в канализации, мой снеговичок растает. Так, я зашел в комнату, но думал, здесь тупик, но здесь не тупик. Понял. Слушай, я тут тело такое-то нашел. Ладно. А, это он ползает. Так. Я вижу монстра. Я от него сваливаю! Есть, я свалил от монстра. Я тебя поздравляю, только у нас все равно одного кубика не хватает. Давай искать. Надо его найти, да, найдем. У нас так, еще 5 кажется, минут, чтобы найти кубик. Я только в двух не был комнатах. Сейчас пойду обыскивать их. Так, что здесь? Я возвращаюсь туда, где оставил монстра. Графити. Опа. Я нашел какую-то... О, я зелененькую такую полянку нашел, там, где из... Второй части Poppy Playtime, там где они из труб вылазили, короче, надо было рукой бахать. Ты нашел, да? Прикольно. Слушай, а монстр зашел сюда, но не вышел, может он... Куда он зашел? Не знаю, да. Он заходил сюда, но исчез. Исчезающий как монстр. Так, я походу на склад зашел. Ё-моё, монстр, там тут выхода нету, он исчез. Склад с первой части. О, да фонарик же точно есть. Нам не хватает одной коробочки, чтобы взять отсюда. Где она? Ку-ку, коробка. На складе тут одни коробки, но нет нужной. Может, надо фонариком светить, тогда увидим. Да нет, я думаю, что это не поможет. Если ее тут нету, то никакой фонарик ее не найдет. Может, она невидимая. О, тут можно наверх залазить. Ё-моё, я тут столько всего вижу. А коробку видишь? Обалдеть, я здесь вижу странные вещи. Опача, я залез на, короче, на этот за стеллаж. Здесь получается огромный пристран. А я тоже сбоку могу по нему лазить тоже. Так, ну все, я тут тоже смотрел, короче, тоже нет. Да что ж такое, где ж последняя коробка? Может кто-то спрятал, держит ее у себя? Ага, и бегает с ней, да? Бегает специально, чтобы не прошли.
Я иду в какое-то банковское хранилище. Ред, кричат тут люди. Банковское? Все? Победа! Есть! Мы нашли! Отлично! Вот он. О, давай смотри, сфотаемся с ним на память. Давай. Эй, монстр, привет, мы с тобой фотаемся. Здорово, я тут новый охранник. Пока она не работает. Не, мы обычные люди. Обычные люди и обычные коты, и все. Все, теперь надо собрать эти 22 кубика. 25. Ничего себе, я промазал. На 3 кубика меньше сказал. Так, я в канализации вижу 2 кубика. Даже 3 кубика. А-а-а, я вижу монстра! Я этого не надо собирать. Я не рад этому. Я его вывожу к вам, ко всем. Ага. Короче, познакомиться. Нельзя несколько коробок, только по одной можно носить. Боже мой, я еле убежал. Это было страшно. Ты не заметил? Он пока в подвале бегает. Я нашел кубик. Я кубик нашел. Ух. Так, я уже кубик отдал, пошел дальше. Канализация, еще один. Здесь получается очень большая локация, много всего. Так. А! Я вижу монстра! Не ходить, тут нет кубиков больше. Он что-то пишет. Red он Cat. Пишет Red Cat. Все, вот он, вот он. Он сколько смотрит, уже что-то там. Собрал? Я один, но я с монстром, он меня не выпускает. Ребят, я сейчас так, его перехитрю, а бегу сзади. Все, я сзади его обошел. Он что-то так, пишет. На фабрике еще одна есть. Других не вижу, говорит. Он никого не видит. Так, это слепой монстр. Девчонки, вот здесь. Ну, повезло. Так, ну пока он там на тебя любуется, я пойду еще зайду в серверную. Потому что она такая тупиковая. И тут, если придет монстр, будет... Он опять что-то пишет. Сейчас будет писать. Он завис. Как только он что-то пишет, он зависший. У нас какой-то монстр-писатель, да? Повезло. Да! И решетки пишет. Я его прокачиваю. Говорю ему, лови людей. А ему пишут, не надо, дядя. Так, вы определитесь, будет он насладить или нет. Все, он пошел за мной, ну наконец-то. Бе-бе-бе-бе-бе. Я его троллю, Бе-бе-бе. Смотрите, я и он в коридоре. Он в коридоре рядом со мной. Я врубаю скорость и сваливаю. Куда я тебя свалю? Отлично. Все, я веду его к вам. Но я его вижу, он там лазит. Нам буквально один остался. А где выход? Где выход? Вот сюда, я его перехитрил, я боком бегал. У тебя нету такого какого-нибудь кубика? А, есть, я вырвался. О-о-о, бе-бе-бе. Есть у тебя кубик? Нам один кубик остался. Да, он у меня и есть, я его таскаю уже полгода. Так, монстр, иди сюда. Иди сюда, смотри, что я делаю. Оп! Ой! А чё, где победа? It's not over yet. Find your way out. A door opened. Нам надо еще найти дверь. А, вы теперь можете убежать, написано. Все, да, я понял, куда бежать. Надо вон туда, коридор открылся, вот здесь. Подожди меня. А, нет, это а не уверен, коридор в ту открылся. Сторону? Может, там, нет, где мы входили? Я не уверен. А где выход? Я думаю, там, где мы зашли. Вот сейчас Дед Мороза съест, ребята, в прямом эфире, смотрите. Ставьте лайк, поедание монстра Деда Мороза. Да, я уже вижу выход, пошли на выход. Куда? Сейчас я тебе помогу, ты где? Я рядом с монстром, который опять что-то беги пишет. Беги в центральную комнатку. Бегу, я вижу тебя, беги куда так, надо. Погнали. Давай. А где монстр? Давай, чтоб эпично монстр с нами гнался. Давай, эй, монстр, иди сюда. Давай, иди сюда. Лол-бот, он опять что-то пишет, смотри. Сейчас что-то напишет. Болтающий монстр, первый раз такого вижу. Валим! А, опять что-то пишет. Что ж такое? Давай! Он написал что-то и что-то... Беги, пишет! Да мы как бы и так знаем, что от него надо бежать. Как бы разобрались. Направо, налево, да? Куда? Налево, сюда. Вот дверь, ура! И вот мы уходим. До свидули, босс. Давай. Есть! Ушли. Фух, ну что, это было изи. Он какой-то не быстрый получается, этот бот. Да, он... О, you are monster. Да, я монстр. Я монстр. Редко ты монстр? Да, я монстр, и вас готов всех словить. Давайте посмотрим, сможет ли Red Cat поймать всех людей. Конечно, смогу. Или я съем тебя моими маленькими зубками на маленькие кусочки.
Это опасно. Я знаю, куда не надо идти. Я туда не пойду. Ну что, ржавая банка, беги давай. У него shift работает? Не, не работает, он медленно ходит. Отлично. Ой, девочка, иди сюда, я вижу тебя. Человек с шапкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже жрет, ребята. Red Cat жрет просто в наглую. Иди сюда, я тебе говорю. Давайте собирать кубики, пока я его отвлекаю. Иди сюда, девочка, мальчик, кто ты там? Мальчик, это с розовыми волосами просто. Ты так смешно бегаешь. У тебя такая походка, как будто у тебя одна нога, короче, другой. О, ты ржешь. Я смешно ем. Иди сюда, я тебя. Это ты ел? Это ты ел, да? Очень вкусно. Проглот. Ну что, мальчики, девочки, кто хочет со мной поиграться? Иди сюда! Я еще одного съел, мне нравится эта вкусняшка. Так, стой. А ну-ка, ты со шляпой иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Че ты такой шустрый? Нет! Да! Ты опять кого-то ешь? Да, ребята, он столько уже людей съел. Просто жесть. И какой у него злобный смех, вообще не кошачий. Нет, я кошака уже съел. Боже мой. Слушай, я стою. Я пробежал, пока ты съел. Не было, не надо было это щелкать своими челюстями. Слушай, я стоял и ел этот. Бутерброд? Короче, стену жевал. Вкусного человечка съел. Еее! Вкусняшки! Рыдкет. Давай. Иди сюда, я тебе сказал, не трогай. Опа, есть. Ну все, хана тебе, шляпоносец. Иди сюда. Что так быстро бегаешь? Мои запчасти не успевают за тобой. Ага, обмануть меня решил, да? Да. Ребята, мастер. Батл. Эй, чувак, ты что стоишь? Тут тебя сожрут! Иди вот сюда! Вот он балбес вообще. Мои микросхемы. А ты что там встал вместе для кубиков? Хочешь автограф? Red Cat, приди, я здесь, иди сюда. Вкусняшка. Так, ну что, ты один остался, походу, да? Ку-ку! Сам ты ку-ку. Здрасте. Привет. Ты что, футболист? Воротать, что ли? Стоишь там, чтобы кубик не пролетел мимо, да? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сколько у тебя времени, интересно? Оп, чувачок, отвлеки его, пускай он тебя ест. Слушай, чувак, иди к этому монстру. Он тебя будет есть, я проскочу. Давай, челлендж. Давай. Да что ты здороваешься? Иди, говорю, он тебя съест. Чё ты встал тут? А-а-а! О, проверка. Есть! Пока ты... Нет! Это был зловещий Ред, он всех сожрал. Ребят, смотрите, в первый раз монстр был какой-то, ну, вообще не ловил. Он болтал там, что-то со мной ходил, в гляделки играл. А вот второй раз монстр был жесткий. Он очень сильно ржал, все это слышали. Он много ел людей. И самое интересное, что он съел всех. И это был Red Cat. Да, вкусняшки мои. Это было очень вкусно. Ребятки, хотите продолжение совместных видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был сегодня Папа Дочки. И Red Cat. Всем пока. Всем пока.